Какие меры принимает прокуратура Самары, чтобы противодействовать наркопреступности? Как решаются проблемы по выявлению и пресечению рекламы наркотических средств в интернете? Что должно помешать подростку участвовать в сбытии наркотиков ради получения легкого заработка? О мерах профилактики незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ рассказывает заместитель прокурора города Самары Евгений Московцев. Смотрите программу «Прокурор в теме» 24 июня в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».